Я устал. Каждый день одно и то же, Шах. Папка. Я хочу что-то другое. Я не знаю, что я хочу. Может быть... Шах, может тебе что-нибудь помасштабнее? Это ты имеешь в виду типа Warzone? С твоим компом только Warzone запускать. Смешно. Тебе есть что-нибудь предложить? Предлагаю начать с апгрейда. О, точно. Спасибо, мои мысли. А кто у нас тут есть по компам? Сейчас посмотрим. Игровые. ПК. В. Ташки. Те. Такс. АПГ. Будь здоров. Спасибо, но это магазин АПГ. А как это правильно пишется? Шох, ты чё, додик? АПГ сокращен от слова апгрейд. Не тупи, пожалуйста. Понял, спасибо. О. Физу, Азия. Все стримеры тут ком собирали. Угу. А меня здесь нет. Угу. Я должен быть здесь. Получается так. Погнали? Погнали. Здрасте, я Якудза. Чем могу помочь? Хочу апнуть свой комп. Ага, все сделаем, не проблема. Вы пока посидите в нашей чилзоне, а я составлю конфигурацию вам. Чилзоне? Да. Давайте я вас провожу туда. Хорошо. Ты что, реально меня не узнаешь? Простите? Забудь. Напитки бесплатные? Да, это все бесплатно, берите. За твое здоровье. Но это невозможно. Как они меня не узнают? Я же якудза. Как они меня не узнают? Да, привет, как сам? Помнишь вчерашняя реклама, да? Вроде бы якудза был. Да, стример якудза, да. А как долго ждать? Там, походу, ком собирают. Пойду посмотрю. Формили? Yaşımız soğuk. Çerçeve hepsi mi? Tamam, yaşımız. Kompüter mi? Haa, kompüter yok. Bana stream ile tort adam mı kompüter yok? İyi, streamer bu maçımız. Fuuu, что же такое это? Брат, я могу за компом поиграть? Да, 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 конечно. Только пользоваться умеете? Совсем офигели. Невозможно. Пользоваться умеете? Нет, не умею. Сейчас покажу, кто умеет пользоваться. Короче, я не знаю. Ну нафиг, я лучше уйду, никто не узнал. Якудза? Да ладно, узнал. Конечно, я тебя знаю, тут тебя все знают. Я тебе как друг скажу, вы же друзья, да? Ну, друзья. Все просто притворяются, все. Все просто притворяются, все тебя знают, понимаешь? Ты, тебя ног наручал, я тебя не могу поднять. Дагер? Я. Да. О, якудза. Стоять. Он мой. Ясно. Да и... Беха, ты уволен. Чё надо? Ассалмами. Чё надо? Хочу комп апнуть.
Пока с собой? Да. Погнали. Всем привет, ребят, с вами Dagger и магазин АПГ. Вы в курсе то, что мы прокачали уже множество наших стримеров по разным дисциплинам, и пришла очередь еще одного. Мы очень часто замечали в наших комментариях под нашими выпусками то, что вы просили позвать того самого, который играет PUBG на профессиональном уровне, имеет большое количество подписчиков на своем YouTube-канале, и вот тот день настал. Мы прокачаем его сегодня в ПК и стримерскую комнату. Встречайте, Якудза! Привет, привет! Я приеду, ребят. Ребята, Якудза, а именно по имени как? Шоха. Шоха. А полноценно? Шохрус. Шахрус. Вот, ребят, тот самый человек, который реально катает PUBG долгое время. Сколько уже лет стримишь PUBG? Где-то в течение 2 лет. Получается, 2 лет? Да. Все, ты начинал года с PUBG и, соответственно, играл только в него? Да, только так. В другие жанры не пытался? Нет. Смотри, мы сегодня прокачаем твой ПК. Естественно, он будет у тебя производительным. У тебя в планах продолжать стримить и играть тот же самый PUBG? Или что-то иное, другого жанра? Ну, смотри, я на стриме могу поиграть и другие игры, но PUBG я не буду забрасывать, потому что, ну, меня смотрят очень много людей, которые нравится игра, когда я играю PUBG. Окей. Ты не будешь его забрасывать? Нет. Но мне хочется поиграть в какие-то другие игры, вот, которые современные игры. Ага. На компьютере. Какой жанр современный тебя интересует сейчас? Какие-то шутеры, я не знаю, там... Походу, это Warzone. Или Apex. Ну, типа так. Ну, и CS. Да. Ну, по-моему, это 3 самые такие основные дисциплины, которые сегодня многие играют. Мне теперь интересно посмотреть на твой ПК. На чем ты до этого стримил? Принесите его сюда, моего. Давайте родного. Нам его. Роднуль, я с тобой вырос, роднуль. Так, давайте-ка вот так вот перевернем. Я вырос с тобой. Посмотрим. Оттуда сейчас змей выскочил бы. Технический вопрос. Ты в курсе, на чем ты стримил? PUBG тянет, я не знаю, я стримлю, все нормально. Понял. Так, ребята, естественно, нашим зрителям интересно, какой был ПК у Якудзы. Может быть, его кто-то, наверное, у тебя в описании было, да, указано? Спецификация? Нет. Не указывал? Нет, то я есть сам никто не знал, что там внутри. Понял. Z390. Насколько я помню, мне уже говорили, то, что у тебя здесь, мы не будем, конечно, кулер снимать. i7 9700, камень хороший. Карточка у тебя трехсекционная. Трехкулерная от Гигабайта, 1660 Ti. Ага. Но вот самый интересный момент, ничего не как понимаю. Ты с этим справлялся, я понимаю. Так, нам хорошо, я думаю, видно, да, зрителям? Одна планка АЗУ. Ребята, это на самом деле по технической стороне при сборке ПК так нельзя делать. Всегда должен быть китовый набор. Должны быть 2 либо 4 планки. Ну так, если простым языком. Вот, у него одна планка, я так понимаю, на 8 либо 16 гигабайт. Но это не так важно. Так, SSD-накопитель. NVMe-шный, неплохой. Объем на 500 гигабайт. На каком сейчас языке вообще говорится все это? Это, так сказать, техническо-компьютерный язык. Я понял. Вот. Ну, я так понимаю, ты больше у нас по играм, поэтому мы будем пытаться тебе это все объяснить на более простом. 700-ваттник от Ханкея, и, в принципе, на этом, я думаю, все. Максимум, это вот единственное, что мы отсюда, так сказать, возьмем, это твой накопитель, потому что он у тебя скоростной, и он у тебя еще долго прослужит. Но все остальное сегодня, это уже не собирается. Это не уровень. Тем более, если ты будешь играть и стримить компьютерные игры, тебе нужно максимально производительности, чтобы и стрим, соответственно, не лагал, но и игры имели высокий FPS. Вот, поэтому это мы сейчас просто убираем. То есть, получается, я его все, ну, типа, прощаюсь. Ты уже прощаешься, да. Ну, ты, кстати, можешь реально, погодите, да, там, сфоткаться, селфай сделать, да, что-либо в этом роде. Ты его больше не видишь. Ребят, я сегодня прощаюсь со своим родным. А что это человек? Человек, который подарил мне. Ну да. Получается, человек, я ему дал имя. Сейчас придумаю. Я не знаю, Якудзу его назову. Роднуль, я тебя обнял. Ты подарил мне хорошее начало. Я с тобой вырос. Целовать я не буду, он пыльный. Так что можете забирать. Все. Забираемся в влог. И, соответственно, будем ознакомливаться с тем,
на чем теперь будет стримить и играть Якудза. Все, пожалуйста. Это нам уже не нужно. Самая интересная часть, вот реально я ее ждал, потому что, блин, у тебя сейчас железо будет реально крутое. Так, начнем, соответственно, с фундамента. Это с материнской платы. Материнка у нас от Asus с трехлетней гарантией. Это праймовская серия Z690D4. Вот. Материнка полноценная, в белой расцветке, потому что, кстати, у нас сегодня будет все в белом. Наш стример в белом стиле. Соответственно, и кейс будем делать под это. Не только кейс. Не только кейс. Там еще и будет периферия. Но об этом чуть позже. Вот. Крутая материнка, крутой фундамент. Поехали дальше. Камень. Камень? Камень. Мы говорим камень. Ну, а вообще многие называют его процессором, соответственно. Ну, так бы иначе. Да, будем называть, соответственно, процессором. Итак, 12-го поколения i5-12400F. 6 ядер, 12 потоков. Это последнее поколение от Intel. С ним у тебя, в принципе, помимо стриминга игр, ты можешь даже спокойно хоть и помонтировать. Там, в фотошопе себе что-нибудь поделать. В общем, камень производительный, так что имей в виду. Камень хороший, да. Да. Редкий камень. Охлаждать его будет не обычный воздушный кулер, а водяное охлаждение, трехсекционное, от Lianli Galahad RGB. 360 мм. Три вертушки по 120 миллиметров. Спокойно справиться с данным камнем. Просто холодный будет, в общем, чтобы ты понимал. Какое-то чувство, знаете, тут винтовку нам пригнали, вот обзор делаем. Так, далее. Как мы и говорили, все в белой расцветке. Не две, а четыре планки по 8 гигабайт с частотами 3600. В сумме 32 гигабайта. Азушек у тебя полно. Ты хоть можешь 100-500 вкладок в Chrome открыть? Две игры на фоне? Не знаю, там еще что-нибудь порендерить. В общем, у тебя азушка не забьется, имею в виду. Четыре планки. И да, кстати, кто не в курсе, от количества планок зависит производительность. Имейте в виду. Итак, после азушек самое интересное. Magic. Руки тянутся, я понял. А да. Что это такое? Хочешь сказать, ты не в курсе. Видеокарта. Это видеокарта. Это не просто видеокарта. Это RTX 3060 на 12 гигабайт от Asus. Также с трехлетней гарантией TUF серии. Охлаждается, много памяти, видеопамяти. В общем, твой Warzone, Apex и все остальное спокойно запустится благодаря этой карточке. Я рад. Вот я сейчас. Не всем комплектующим дано кататься по этому столу, а, соответственно, жесткому диску, потому что мало ли что может повредиться. Сегодня у нас по накопителям, как мы и ранее сказали, SSD мы берем у Якудзе, потому что он у него еще на уровне, соответственно, его можно смело дальше использовать. Но памяти мало, и мы тебе добавляем еще 1 терабайт, чтобы ты спокойно добавлял другие игрушки. А они сегодня весят, мы сами все прекрасно знаем, габаритно. Угу. Твоя Warzone только сотку гигов весит. А если полноценно 200 гигабайт? Так что вот этого ему будет не хватать, а точнее оно у него уже есть. Далее всю эту тему что-то должно питать. Что это? Power. А по-русски? Сила. Хорошо. А если два слова? Блок питания. Ну, я не знаю, ну, прости. Вот так, ну, вот так вот. Блок питания у тебя модульный. Во-первых, это означает, что у тебя лишних кабелей в корпусе не будет. То есть, конкретно по факту для карты, там, допустим, для материнки и тому подобное. То есть, у тебя будет все красиво укомплектовано. Это первое. А, то есть, это получается, типа... То есть, не нужно все провода тащить. Вставляем по факту, какие не нужны, лишние остаются в коробке. А, я понял. Вот так вот. Да. Поэтому модульный. 750 ватт, Gold сертификат. Gold сертификат, это означает, что он у тебя будет выдавать твои полноценные 750 ватт. Что это значит? Это означает, что если бывает бронзовый сертификат и написано 750 ватт, то ваттность там по-любому будет ниже. То есть не полноценно, не гарантированно 750, а здесь все гарантированно. Mm. То есть питаться будет шикарно. Я сделал вид, что я понял, да. Это самое главное. Mm-hmm. Всю эту красоту, а в некоторых частях даже белую составную, мы должны вмещать по-любому в корпус, и он тоже должен быть белым. По-любому. Прошу. Да. Это у нас Higmatek Aquarius. Имеет свои 6 кулеров, но мы их снимаем. У тебя будет дальше кое-что поинтереснее. У меня вопросик. Да. Смотри, это, ну, аквариум. Да. Туда можно как-то воду наполнить и туда рыбку там? Туда можно кастомное водяное охлаждение установить. И туда рыбки? Ну, почти будет, да. Да, да, я понял, там. Ну, наверное, максимум только наклеить рыбок на трубке, и будет имитация. Сделаем. Лучше только так. Сделаем. Желательно. Вот.
Он имеет этот корпус свои кулера, но мы тебе их снимем. Знаешь почему? Потому что мы тебе будем давать еще круче кулера, чтобы они у тебя не просто охлаждались, но еще и красиво сверкали, сияли, понимаешь? А именно, раз, два, три. Три комплекта, в каждом из них по три вертушки. Ты, наверное, спросишь, ну кулера, окей, да? Тоже кулера, а что в них такого? Во-первых, они устанавливаются магнитно, то есть они крепятся друг к другу магнитно. Здесь именно на магнитной основе. Они просто крепятся на болтах. А, я понял. Ну, как бы, они все крепятся на болтах, но они магнитно. Смотри, самый главный момент. Как ты думаешь, для чего здесь магнит? Вот просто вот, чисто логически. Ну, чтобы там, не знаю. Смотри, они крепятся все на болтах, но у них есть магниты. Как ты думаешь, почему? Они на болтах, но есть магниты. Да. Магнит, значит, какой-то коннект. Значит, они что-то передают. Данные. Нет. Блин. То есть, вот смотри, вот представь, что они вот так установлены. Вот да. Мы можем сделать вот такую дорожку, они будут вот так вот по кругу бегать. То есть, у тебя внутри будет настоящий дискач. То есть, мы там сделаем такую цветомузыку, это просто будет бомба, реально. Ой, максимально будет круто. Вот, три комплекта Lian Li Unifan. У тебя будет шикарная подсветка, я тебе сразу говорю. Ну, итог посмотришь под конец. Окей, мало подсветки. Раз, два. Два Lian Li кабеля, стример плюс. Я думаю, вы в курсе, что это за кабеля. И ты, я думаю, тоже в курсе. Но чё ты здесь ничего не увидишь. Что за кабеля? Что это значит? Кабель, типа, Wi-Fi кабель? Ты был на нашей чилзоне. Ты сидел за тем ПК. И что ты видел в корпусе? Подсветку. А именно? Кабеля? Да, вот эти вот самые. Я повторил просто слово. Да, то есть, соответственно, мы устанавливаем тебе два комплекта RGB кабелей к материнке 24-пиновой и 8-пиновой к видеокарте RTX 3060. В общем, все, у тебя RGB здесь просто полно. Мы с ПК разобрались. Я сейчас вообще не понимаю, вы сейчас так говорите, типа вау, а я не понимаю, как это будет выглядеть. Ну да, вот в голом виде непонятно, но когда это все будет собираться и соберется, ты просто шокируешься, серьезно тебе говорю. Пускай сейчас непонятно, но под конец реально просто, ну, это будет взрыв. Начинаем с клавиатуры. Твоя клава. Значит, ты будешь максимально много кликать. Вот. Это Extrify, RGB-шная, в ретро-расцветке и, соответственно, текельная, то есть без нампада. Чтобы у тебя на столе просто было максимально много места для твоей мышки. Mm-hmm. Вот. Поэтому этот обрез на клавиатуре будет максимально удобно для тебя. Крутая клавиатура, многого не скажешь, она просто удобная, она игровая, и все. Ты сам уже поймешь, когда будешь реально катать. Далее, после клавы, соответственно, будет у нас идти мышка, также от Extrify, M42 RGB Retro. С сотами, то есть она, соответственно, у нас максимально легкая, ну, в своем сегменте. Вот, так что легкая, ретро, под стиль, все шикарно. Окей. Вообще ничего не понимаю. О, что это такое? А вот это вот, да, вот эта вещь, так сказать, для мышки. Это у нас держатель. Держатель, я понял. Да, понял. Ты устанавливаешь его, mm-hmm. как тебе удобно, вытягиваешь кабель, и все, твоя мышка далеко не уходит. То есть твой кабель не будет натянут за стол, и максимально будет комфортно. Такое чувство, что я из 2000-х пришел сейчас просто. Слушать. Кликать понятно. Чем мы будем слушать? Не знаю, чем. Беспроводными наушниками от SteelSeries. Это Arctis 7 и тоже в белой расцветке. А в чем разница, типа, обычные наушники и эти наушники? Вот это, кстати, момент хороший, да, хороший вопрос. Смотри, первый момент, во-первых, связь такая, как у проводных. Никакой задержки. Здесь Wi-Fi стандарт. И во-вторых, ну ты же стример, ты же любишь, я не знаю, там, скакивать, там, тильдовать, радоваться чему-то постоянно. Но с проводными это всегда дискомфортно. Дискомфортно, когда ты я встал, падаю. Ты встал, ты можешь уйти. Когда я падаю со стула. Вернуться, да. Ты можешь уйти и слушать всех там, всех, кого ты слышишь там, кстати, сельтимейт. Да, очень-очень-очень это полезная вайрелс, штучка. Это вайрелс, это очень круто. Я уже полюбил. Все. Вот так вот. Ну и напоследок. Из периферии, ну, не столь важно, но оно нужно. А ну, чё? Это реально крутая вещь. Это у нас стойка для наушников. Вот ты встал, я думал, увлажнитель для воздуха. Ну, возможно, и похоже. Но это держатель у нас. Три в одном. Хаб, держатель для мышки и держатель для наушников. У них держатель для мышки. Хаб, ты можешь USB-шки вставлять. То есть ты можешь, допустим, клавиатуру сюда воткнуть. Ага. То есть это дополнительные USB-порты. А, я понял. Да. Не понял. Вот. Ну, что-то из этого, да? Mm. И самое главное, соответственно, у нее есть подсветка. То есть она в белой расцветке сама по себе и имеет ленту full white. Full у тебя full white, у тебя все в RGB, у тебя все светится. Комплектация готова. Какие у тебя ощущения вот по тому, что мы сейчас собрали? Вообще ничего не понял.
Точно, я просто я не вижу, как это будет выглядеть. Вы просто говорите прям вау-вау-вау, а я не понимаю, что это такое, там, тудым-сюдым. Я просто хочу узнать, проверить, там, испытать это все, чтобы... Ну, после испытания у меня будет какая-то реакция уже, типа, от моего компа и к этому компу. Вот. Ты помнишь, как выглядел твой ПК? Помню. И, соответственно, ты удивишься тому, как он будет выглядеть после того, когда мы это все соберем. Да. Знаешь, что я подумал? Ну, это же еще не все. А что еще есть, типа? Какой-то геймпад еще? Ну, так сказать... Коврик-моврик. Я видел, на каком ты мониторе играешь. LG. Это круто. Но тебе нужен игровой монитор. Повышенной герцовкой. С минимальным откликом. Ну и, соответственно, 27 дюймов. Я счастлив. Мы добавляем к тебе также монитор от AOS. Его особенности это... Внимательно смотри. Регулировка высоты, соответственно. Так, я все понимаю, но я еще не закончил. Вот. Регулировка высоты 144 Гц. IPS-матрица. Чтоб ты понимал, IPS-матрица. А что это? Ты у меня недавно спрашивал, какая у меня матрица. Я тебе говорил, что картинка. У меня очень крутая. Да, это картинка. Цветопередача. Да, то есть цветопередача. У тебя здесь сбалансирована и цветопередача, и герцовка. То есть та самая плавность для твоих игр. Ну и, соответственно, 27 дюймов. Он твой. Тут просто твой монитор. Все. Вот. Вот теперь ты готов. Вот теперь ты реально готов, понимаешь, да? Плакать хочу. Понимаю, понимаю. Так, ну мы подождем. А, ты уже закончил? Не. Окей. Все. Шикарно пахнет? Да. Вот, в общем, сетапчик крутой. Но это, соответственно, еще не все, потому что мы должны это все для начала собрать и после потом видеть эту красоту. Вы сами собирать это будете? Не, у нас это будет собирать специалист наш, вот, Шахзот, мы сейчас его пригласим. Но перед тем, как мы его пригласим, смотри, сборка займет время, ну, минимум 3-4 часа, потому что это нужно все грамотно собрать, кабель менеджмент, без него никуда, все это синхронизировать и протестировать во всех тестах, которых возможно, чтобы ты во время юзания своего ПК не получал никакие там синие экраны и тому подобное. Потому что это железо, от него все можно ждать. Мы должны его максимально проверить перед тем, как будем тебе его отдавать. Ты в курсе, что у нас есть чилзона? По-любому. Да, поэтому... знаком. Вот. Можешь спокойно располагаться компами, которые в ней есть. У нас также есть плойка пятая. В общем, катай, отдыхай. А мы будем собирать твое добро. Все, я ухожу. Получается так. До свидания. Давай. Но ты скоро вернешься, не переживай. Ну а мы, соответственно, приступаем к сборке и позовем нашего специалиста по таким реально крупным сборкам Шахзода. Можно вас. Вот. Он займется этим компом, он все синхронизирует, все красиво уложит, все кабеля будут по красоте, комп будет просто летать. Комп для Якудзы. И, соответственно, собрать его нужно максимально сборка качественно. Сборка мне. Я на тебя надеюсь. Точнее, я в себе уверен. Мочи. До свидания. We'll be right back.
Ну что, ребята, вот мы и вернулись на наше место рабочее. Соответственно, как вы видите, комп уже собран. И сейчас его увидим, соответственно, в готовом виде. Ну, естественно, это будет не мой шок, а шок нашего якудзы. Как он его примет, потому что я уверен, там все горит, все сверкает. Осталось только открыть. Так, якудза, go! Снова всем привет. Что чувствуешь? Я не посмотрел. Что чувствуешь? Ты не посмотрел? Что чувствуешь? Силу, мощь. Сияние. Сияние. Да. Блеск. Так. Даймонды. Я думаю, по периферии все понятно, по картинку ты уже понял, мы там ничего тебя никак не удивим. А вот комп готов. И как я тебе говорил, как только мы его откроем, и ты на него посмотришь, ты не узнаешь, на что ты будешь переходить, в отличие от того, на чем ты сидел ранее. Так что, я думаю... Я готов. Нам осталось только убрать это полотно и посмотреть на твой новый ПК. Поехали? Я готов, да. Погнали. А, стоп. Вау. Мэн, это клево. Это масштабно. Это... Блин. Это твоя новая тачка. И все, теперь у тебя стримерский комп реально на максимальном, так сказать, уровне. Все ну, актуальненько. Это очень клево. Все горит, все сверкает, как мы и говорили. Я его подвигать могу. Конечно, конечно. Но это уже все, твой ПК. Как видишь, мы здесь все синхронизировали, сделали все в белой расцветке. Естественно, ты все это сможешь сам изменить. Ты можешь придать любой цвет, эффект подачи подсветки. Вот. А так здесь все синхронизировано. Так что имей в виду, отрегулируешь все под себя. Просто мы так подумали, все-таки у нас все было в белом виде. И решили подсветочку также оставить. Вот. Вот так вот все шикарно у тебя теперь выглядит. Рад? Я не знаю, что сказать. Ну, это по-любому, да. Реально, комп получился шикарно. Я в восторге, брат. Смотри, ком-компом, все шикарно, ты его получил, ты довольный. Зрители, помимо того, что дождались тебя у нас, соответственно, в магазине, mm-hmm. они ждали, когда же ты появишься, вы это получили, зрители? Но наши зрители, помимо тебя, обычно привыкли в конце каждого выпуска видеть кое-что еще, кое-какую рубрику нашу любимую, ну и, соответственно, их. Как ты думаешь, что это у нас? Я видел на канале, розыгрыш какого-то компа был. Правильно. Мы... Че, реально? И в этом... Соответственно, выпуски будем дарить, ну, не просто комп, это стримерский комплект. Это ПК. Пацаны, это ваш шанс. Да. Это ваш шанс. Это ПК, монитор. Действуйте просто, просто надо действовать, пацаны. Да. Стримерский комп, если у вас есть мечта, если вы прям хотите этого, то это получите. Вот. Естественно, комплект будет полноценным, как и предыдущие. Это будет системный блок, монитор, периферия, клавиатура, мышка, наушники. Вот. По условиям все так же просто. Никак не отойдешь, да? Не. Рассказывай, брат. Вот. Соответственно, по условию, ребята, у нас максимально все просто. Вам нужно быть подписаны на наш канал в YouTube, АПГ, оставить комментарий и лайкнуть данный выпуск. По условиям, как вы поняли, все просто, но мы вносим малую поправку для того, чтобы на стриме, когда мы будем выбирать победителя, не было каши. Когда вы будете оставлять комментарий под видосом, добавьте к вашему комментарию, соответственно, ваш юзер,
там имя, как вам более понятно, Инстаграма. То есть, как вы себя именуете в Инстаграме, оставьте, соответственно, вместе со своим комментарием, чтобы мы с вами связались. Как и только вы выпадете в рандоме, мы видим ваш комментарий, мы видим ваш юзернейм Инстаграма, сразу же, соответственно, списываемся, и все счастливы. То есть, рандом комментарий? Да. Все, это понял. Будет рандом. Это в любом случае. То есть, победители будут решать рандом. Участвуйте, ребят. Да, на стриме по-любому будет все через рандом. Так. Я вас верю. А комп-то клевый? Что там? Кто клевый? Комп клевый? А, да. Мы, кстати, мы еще до него не дошли. Вот, ребята, надеюсь, по условиям все понятно. Повторять не будем. Действуйте, ребят. По поводу комплекта. У нас, так сказать, хоть мы и вручаем комплектацию, но с каждым видосом мы стараемся обновлять как конфигурацию, так и комплектацию. В принципе, в общем. Вот, соответственно, наш ПК. По конфигурации у нас все шикарно. Соответственно, 6-кулерный Zalman корпус N4. Далее по внутренностям это у нас камень i5 10400F, 2 по 8 планки, в сумме 16 гигабайт это оперативная память, соответственно, DDR4, 1650 4-гиговая карточка, SSD-накопитель на 128 гигабайт и 1 терабайт жесткий диск для, соответственно, других файлов. То есть и под систему, и под файлы у нас имеется 2 накопителя. То есть без проблем стримить можно на нем. Он одинаков, как мой прошлый комп. И стримить можно, и он, кстати, так сказать, в два раза мощнее твоего предыдущего ПК. Это ваш шанс. Да. Это ваш шанс, ребят, участвуйте. Вот так вот. Так что и стримерский комп для вас, зрителей, шикарный. И стримерский комп теперь у Якудзы, получается. Так что он счастлив. Осталось только осчастливить вас, тот, кто выпадет в рандоме. Ну, помимо системного блока, мы продолжаем все-таки ознакомливаться с нашим стримерским комплектом. У нас не только системный блок. Далее монитор. Монитор у нас AOS. 24 дюйма. Шанс, что... ребят, что вам IPS дают? IPS-матрица 144 Гц. Что вам дают? Да. Моник шикарный, минимально, все круто, так что с данным ПК просто геймерский моник. И погнали дальше. А это не сон? По периферии, это не сон, это в принципе не сон. Вот, получается моник, кейс, и не хватает периферии. А она у нас, соответственно, также туда. Это комплект от Redragon, клава, мышка и коврик, все в одном комплекте. И, соответственно, опа-опа, гарнитура также Redragon. Так что фулл комплектация, стрим, и ПК, игра, и монитор, и клава, мышка, и да, наушники. Бывает такое, кто люди иногда бывает реально покупают себе либо только моник, либо только кейс, когда бюджет, соответственно, не позволяет. А тут вы выигрываете полную комплектацию, и она будет ваша. Осталось только грамотно принять участие. Напоминаю, в комментариях, когда вы будете оставлять комментарии под видосом, не забывайте к нему, соответственно, оставлять ваш Инстаграм. Креативные комментарии, чтобы там... Да, было бы круто, если это будет не просто точка, а что-то поинтереснее. Так, ребята, быстренько пробежимся еще раз по условиям. Быть подписанным на наш YouTube-канал, АПГ, все простенько, подписались. Поставили лайк под этим выпуском, Сикудзе, соответственно. И под этим же выпуском вы должны оставить комментарий, в котором помимо вашего коммента должен быть, соответственно, также указан ваш Инстаграм, чтобы мы с вами спокойно связались. Коммент, соответственно, пускай будет максимально креативным. Что-нибудь такое прям мега крутое. А так, в принципе, любой комментарий, но не забудьте добавить свой Инстаграм. Розыгрыш продлится ровно 15 дней, и через 15 дней после его окончания, на 16-й день, мы запускаем, естественно, трансляцию Сикудзы, и на этот раз, ну, у нас, так сказать, предыдущие ютуберы были, к сожалению, не с Ташкента, мы связывались по Дискорду, но так как Якудза с Ташкента, он будет с нами на трансляции прямо здесь. Вдвоем будем стримить. Выбирать. Выручать? Вручать. И вручать. Да. Вручать вот эти вот игрушки. Да. Так что, ребята... Лего. Испытывайте свои шансы, ребята. Это очень круто. Так... Условия простые. Вот в это вот все одному человеку из вас.
И это никакие не постановы, мы не будем дарить там как моему брату, у меня и брата, да, нет даже. Или моему знакомому, реально, победит рандомный чувак. Да, как обычно будет все через рандом. Мужики, решат. Действуйте, ребят, я вас верю, но у меня комп масштаб. Вот такие вот дела. Якудза, да, я тебе есть что добавить? Есть. Я вас люблю, ребят. Подписывайтесь на каналчик, не забывайте подписываться в Инстаграме. В ТикТоке есть? Есть. Везде подписывайтесь, ребят, и ставьте лайкосики. Комментарий, креативный какой-то комментарий, чтобы я прочел все. Если мне понравится, я с вами свяжусь. Также мы с вами вместе поиграем. Тоже есть какие-то шансы. Если вы, например, не выиграете комп, то у вас есть шансы со мной поиграть вместе также. Тем более, это не только мобильный гейминг. Теперь он уже будет играть более... Также и подружиться со мной. Ну вот. Угу. Дружелюбный чел. Шикарно. Вот такие дела. Ну что, ребята, участвуйте. Выполняйте условия. Выпуск подходит к концу. Спасибо. I love UPG. Upgrade. Спасибо, ребята, что посмотрели данный видос. Было шикарно, было круто. Еще раз поздравляю тебя с компом. И не только с компом, у тебя прям full set прокачанный, все шикарно. Вот, реально, я радуюсь за этого человека, потому что играл только мобильные игры, но теперь он будет играть и компьютерные. Во все, да. И компьютерные. Ребят, спасибо большое за просмотр данного выпуска. С вами был Дагер, магазина ПГ и Якудза. Так что не забудьте. Лайкусы, комменты, подписоны. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Компом только и Warzone-то скачивает. Ой. Запускай. Скачивай! Шох, можешь тебе начать с этого? Ну, с этого. Запустили того! Ну да, с твоим компом только его запускать. Фуи! Брат, можно я за компом поиграю там? Да, конечно, конечно. Я им пользоваться не умею, кстати. Ну его нафиг, никто не узнает меня. Якудза? Бехрос? Это же Якудза. Уйду, меня никто. Я юморный, я юморный. Готов? Здорово, за***. Чё это? Заврите. Бежу заходить. Да. Да, 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 да. Мне надо вот встать, чёрный край, я пойду уже, да? Успокойся, пожалуйста. Поза на хахи, если мы на поселе играем. Латиф.